Учреждения культуры и молодежной политики представили подробную информацию о своей деятельности. В Доме культуры Украина состоялся конкурс публичных докладов. Об итогах работы учреждений и приоритетных направлениях расскажет Анастасия Попова. Защита публичных докладов – это не просто отчет о проделанной работе и анализ ключевых моментов за прошедший год. В своих презентациях конкурсанты определяют перспективы дальнейшего роста и развития каждого учреждения. Главный приоритет в деятельности библиотеки – это не вернуть человека в библиотеку, а вернуть библиотеку в расписание жизни современного человека. Одни держат курс на улучшение материально-технической базы, другие делают упор на проектирование и участие в грантовых конкурсах. Было разработано несколько проектов и отправлены в конкурсную комиссию «Сибурхолдинг» и «Газпром нефть Муравленко», где мы получилось, что проект «Музей занимательных наук» занял первое место, или, как можно сказать, получил грант 495 тысяч. Этот грант был использован и реализован проект «Музей занимательных наук Архимедиум», который у нас сейчас продолжает свою работу. Одно из приоритетных направлений, о котором говорится в каждом докладе, — кадровая политика. К примеру, на работу в детскую художественную школу в этом году были приглашены два педагога. Мы пригласили сюда работать кандидата педагогических наук Кокель Светлану Васильевну. Она прекраснейший художник и многое может дать для развития художественного образования. Вот. Ну и два специалиста у нас работают. И по секрету скажу, в школе работают девочки, две мои ученицы, которые когда-то учились у меня, и это, я думаю, значимо. В текущем году приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры останутся поиск и поддержка молодых дарований, развитие платной деятельности, создание условий для творческой самореализации жителей города всех возрастов. Доклады выступающих оценивают экспертные группы, в состав которых вошли представители общественного совета при управлении, а также специалисты подведомственных учреждений и управления культуры и молодежной политики. Я считаю, что руководители достойно сегодня представили работу своих учреждений, то есть информационную открытость и сопровождение. Я считаю, что учреждение дополнительного образования, я являюсь экспертом в этой группе, сегодня были представлены достойно. Учтены пожелания, которые были указаны экспертами в прошлом периоде. Да? Очень понравилась, на мой взгляд, сегодня презентация руководителя детской музыкальной школы. Это была четко выстроена структура, было понятно, к чему возвращаемся, что показываем. Итоги конкурса публичных докладов руководителей учреждений культуры и молодежной политики подведут в марте. Победители определят в трех номинациях: учреждение дополнительного образования в сфере культуры, учреждение культуры и искусства и учреждение молодежной политики. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, новости Муравленко.